Добрый день, с вами я, Александр Демидович. Сегодня и сейчас я хочу рассказать об автобусе, который ходит по маршруту номер 15. Мало полтавчан знают о таком автобусе, но он есть. Его маршрут техуниверситет, улица Балакина. То есть сейчас я вам покажу все, что я вижу. Вот расписание этого автобуса. Расписание выставлено официально на сайте городского совета, все это понятно. Вот карта, которая показывает, где он ездит. И вот что сейчас примечательное вам покажу. Первое, вот это Солнечный парк. И вот здесь обозначена его остановка возле Солнечного парка. А теперь посмотрите, как он здесь проезжает. А вот еще одна остановка возле магазина, ну тот, что раньше назывался магазин «Весна», полтавчане знают, где это. Вот здесь вот остановка обозначена. Вот, даже вот так. Остановка «Центр» называется. И вот посмотрите, вот здесь какая ситуация получается. То есть автобус ездит, маршрут есть, мы видим, да, все официально, все, ничего тут вопросов нету. Кроме одного, нету остановок. Возле Солнечного парка вообще непонятно, там не обозначено, и даже кармана нету, и он там, похоже, не особо-то и останавливается. Ну, может быть, по требованию, хотя где ему там останавливаться, либо возле газона, либо возле, на пешеходном переходе. И возле, в центре, там вообще он останавливается, я почему обратил внимание, он останавливается на автостоянке, то есть там автостоянка, реально там знак автостоянки, все. Но там по карте у нас показано, что должна быть автобусная остановка. Маршрут хорошо, ездит хорошо, наличие его есть, это хорошо. Пенсионеры могут воспользоваться, граждане могут воспользоваться, вопросов нету. Но где же должны быть остановки? Остановок, к сожалению, нету. И это не единственное место, где и другие автобусы. Я буду потихонечку собирать информацию и вам рассказывать об этих местах. Но, к сожалению, имеем то, что имеем. Всем пока!